День Героев Отечества, как и по всей России, отмечают и в Дагестане. Сегодня первый вице-премьер правительства Анатолий Карибов и министр труда и социального развития Дагестана Малик Баглиев возложили венки у аллеи героев, погибших в Великой Отечественной войне. Напомню, что в республике звание Героя Советского Союза было присвоено 57 дагестанцам. 81 год назад была учреждена награда Герой Советского Союза. И вот праздник, День Героев Отечества, он относительно молодой праздник. Вот 2 года он празднуется. К сожалению, героев уменьшается. И вот в прошлом месяце мы похоронили, значит, героя Советского Союза Якова Магометалиевича Сулейманова здесь, на этом кладбище. Значит, есть герои России. И стало традиционным в эти дни, значит, возложение цветов, встречи в школьных, учебных коллективах проводить и посещать дома героев. После возложения венков правительственная делегация направилась в гости герою России, фронтовику Магомеду Гамзатову. Награду ветеран получил за героический бой на западном берегу Польши в июне 44 года. Правда, за свой подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза намного раньше, но из-за бюрократических проволочек свою звезду получил только 7 лет назад. Поэтому ветеран всегда отмечает две даты – победу Великой Отечественной и День Героя Отечества. Вот и сегодня, несмотря на плохое самочувствие, Магомед Гамзатов принимал поздравления.